Дети в зале. Ваши аплодисменты. Ну, я не знаю, те, кто не участвуют, они самые лучшие судьи, поэтому, если вы считаете, что побеждается команда мужчин, поаплодируйте мужчинам. Те, кто не участвует. А если вы считаете, что победила женская сборная, ваши аплодисменты ей. Так, ну, по децибелам одинаково, поэтому мы устраиваем дополнительный раунд. Посмотрите на Артема, ему не понравилось. Ему точно не понравилось, поэтому давайте устроим дополнительный раунд. Но для того, чтобы у нас все получилось, мы поменяемся хореографами. Свидетели. Свидетельница. Вот так. Итак, сейчас ты будешь издеваться над женской сборной. И я в тебя верю. Лёня, посмотри. Посмотри, обрати внимание, они практически все на каблуках. Да? То есть... Окей? Делай все, чтобы им было некомфортно за тобой повторять. Показывай мужские движения. Помни, что за тобой следит Артем, он в тебя верит. Твоя команда тоже желает тебе победы. Готов? Конечно. Издевательство. Лёня. Начинается прямо сейчас. Давай, Лёня! Я просто за девушек переживаю. Ты знаешь, ты вот так танцуешь, а их-то, как бы, понимаешь. Так, ну хорошо, свидетельница, оглянись, вот, посмотри, кто за твоей спиной. Вот три слова охарактеризуй. Все будет нормально. Все будет нормально, да. Хорошо, ну что ж, твоя задача сейчас танцевать женственно. Женственно. Двигать бедрами. Сделать так, чтобы мужчины почувствовали себя не в своей тарелке. Чтобы они не смогли повторить за тобой. Сможешь это сделать? Да. Если можно что-то эротического характера. Ламбады не будет. Рано обрадовался. Так, ну хорошо. Готово? Команда готова? Да, вам нужно не подвести своего капитана. Лёня на вас рассчитывает. Мы начинаем четвертый раунд прямо сейчас. Огонь? О, боже мой. Ну давай уже ламбаду. Ладно. Да. Так, ну хорошо. Свидетельница. Зажигаем. Ой, пошла жара. Посмотрите на эти милые создания, которые двигаются так же, как и девушка, которая показывает им движение. Давай. Ау! Вот мне нравится этот молодой человек. Она просто от души отрывает. Ну что, давай теперь женские движения. Мужчины повторяют. И пошла эротика. Ай, смотрите на Артема. Ему понравилось? Сейчас он точно вернет туплю. Еще. Артём, подходи ко мне. Ну как тебе конкурс? Плохо скажу. Не надо! Тысяч миллион миллиард Яны! Чего? Диктатор? Так, хорошо. Тёма, подожди, тебе конкурс понравился? Ага. Кто тебе понравился больше, свидетель или свидетельница?
Ну, знаешь, девочке понравилось больше. Тогда возвращай туфельку нашей свидетельнице под громкие аплодисменты всех.